Давай. Başlı 225. yıl burada. Ya? 1825. yıl. Soma var. Так что императорский. Да. Медальлері де бар. А? Фашистлік. 200 ha? Triboga verdiğin zaman ne diyeyim? Hadi Triboga verecek. Yetti maşin. Yetti maşin. Mayın farklı seyirli. Ben bir yıldır kalan. Bu risk zafakları aklamasın da o aklı bir yetimi koyun. Kafeyini çok geçti. Hani bunlar cihilgan bizim matlamızda bunlar ayta. Yakın bu silavur formu bu katledi. Bir de gazetarsın. Исполнили бы эти ваши законы. За это у нас силовой формы нет здесь. Мы, наоборот, чины на в течение года полтора не могли зайти до вас и решить показать наши это, нарушение наших прав граждан, общества нашего. Халаз топракларымыз урлап тұра, ұқымақтағылар урлап тұра, Қарахал құрламы оны, простой рабочылары, барды үстері министрлар, прокурорлар, әрелар. Сіз Қарамайғанға халқ шыққан мұзырда, шо бұл абыраттылы бұл, внимание. Бұғын бізге чығыңыз мұндан, там, сіз чықсаңыз етежек бі. Бұлай да етпе сізің борчыңыз ол, біз барымсақ та, елімсақ та. Неге бұл олай алмайсыз? Это нарушен ашық прав, ему бұшты защиты своих общественных прав на своей земле. Ані бұлар газетлерді разный форма олай яза там, там Краскову Дагестана видел, шо біз етпеген. То, что мы требуем, то, что мы требуем создать Таркенский район, короче. Ауховский создали, который 4 месяца прошествовал там. Навалакскийни, он не дейте, мун не дейте. 20 000 адамына уч Навалакский район етпеген. Это ахчачо барды, это же бюджет, это деньги, это же воровство идет. А мунда бизинки, которые тысячи лет тем идут, бузге, это как будто мы Краскову Дагестана видим. А Куспалинский район это че, не расколовся же там. Биштинский участок, Биштинский участок это че, не распался государство. Али биз готовился, не мы упался да, не шикол упался да, шула кушуйме бизге право вермеге, бахчу возрезеку. Именно şu tarlı cemaatta vermesin. Algan barına da bir edesin. Begaru verecek Allah buyursa. Kayda bora vermek. Allah yetişsin. Begaru verecek. Cemaat cemaat olsa begaru verir. Tüzülükmeyli politikanı aylandırı başka askol olay bulay da çıkaralar. Şöyle Mişik balasını aşama ağzıysa kulgeldi falan. Hadi Мен Абдулатип Абдулгадир Тарғұлы Юсуповланыман, докторман, профессорман. Бұл топырақ масалаға байлауылы, біз Дағыстанына халыны мен көп иллардан беріде білемен. Өзімді тегенікні құлағанда құрғаланы білсейдім о заман. Бір түрлі ерішуілер болып, тайып тағылымы артта. Айтағаны бұл сағатта да Тарғұланы, Кақылайланы, Демек құмықланы, масалалары чешілмейін күйде бара. Başka milletlerine bizim yerlerimiz, bizim atababalarımızdan kalan yerlerimiz paylanıp, pastanlayı, tilini belirli. Ama kumuka yetişken zamanında neçakı da tarçıkka, kıyıllıkka salıp vermesini amalın eti. Korkular böyle, ne bileyim, neçe türlü zatlara eti. Allah'ın zamanında bolgan, Таркенский uçastıkta bolgan, ondan ala şavkallık bolgan, tarihi şavkallık. Ondan Sovet zamanı Таркенский rayon depar edi. Aytak hanım, tarihi birinci zamanlardan belirli. Bizim bizge ata babalarımızdan kalgan yerler bular. Kalgan olganların sama hali bizim kumuklar,
елесінде айтып айланаған адамларға қаршы шығып, газеттерде қайдағы пітнені де салып, бұлар Раскол еті, Дағыстан халқаны бір-біріне кістіре деп айтып, сайкет түзге салмай, Дағыстанлыны достығын бұза деп айтып, шоқпыда жүрей. Бір яңызда түз түгіл, не түгілесе, башқалаға департерін деп айтып, көп ұлы жерлерді беріп, көп ұлы миллиардлар болған ақшаларды беріп, мына қоншыда етіп тұрғалар. Айтағаны бар зат етілі. Бұл үште үртін халқына 20 мін халқы болған. Әлі үшті тау райоларда 78 мін зат бар халқы. Бұнда үште үртін халқы бір районның халқы бар. О районына қалмады, бір затта қалмады, топырақлар да қалмады. Бір заман Тарғуланың ерлері тап, шо Манастан тұтып, Солаққа ерледі. Бары да шо бойлар, 44-ші үл болғын шаға. Артта барына тайдырып, ұшыртып, йоқ етіп, ятланы да келтіріп, көшіріп, нап шығарамыз деп айтып, үште үртқа Татарстаннан, не білейім, Россиядан көп халына келтіріп, тоғып, шоқ біле, тозды бізін. Қашаған, қайтағанда да өз башына қайтма қоймады. Келгелерін тұстаққа салат түрді, қашық келгелерін. Соң нешікті мұшығыштар қайтқан соқ, индемей қоймада қойды. Шоқ көйді, бұл сағатқы сіз үшінде етіліп тұраған ішке мен нешаққыда рәзімін. Шоқ үшінде көп әрі көйді, ақырына шығардай намысты ұланларда шығардай іш көрер деп әсіме келі. Начинай с меня, и вы прекратите, и я прекращаю. На него Гарвардский суд надо подать. Миллиарды на него наложить на первую очередь, на эту Амирову тоже. Пускай слышит. Пускай слышит. Ассаламу алейкум всем. Наше слово правое, победа будет за нами. Мы не собираемся с кем-то воевать. Мы не не воевать сюда вышли. Мы вышли сюда правду, чтобы люди услышали правду элементарно. Правда. Это мусульманское слово правда. А вот это ложь. В чем они там варятся, да? Это шайтанские движения. Гордыня тоже шайтанские движения. Пусть не будет таким гордым. Прокатится на машине вот сюда, 5 секунд ему. Приедет, посмотрит, поговорит с народом. Ассаламу алейкум ему тоже. Аллаху акбар. У него душка нету. Если был бы душок, он пошел бы. Барда, пусть не сенат. Сенат, казалар, барда, пусть бери алтын, бери гумуш. Тюзалар, барда. Ya az zaman için ya bavlanı koyma kara kaspiske geç çık kalka. Ve şarlı şu sattırak çubuğa. Kim çeki zaman mı yerim? Съездил в Хач, думаю, наконец-то он хоть поймет, да, где правда, где ложь там. Только думаем, к власти пришел, еще может не обтерся, еще что-то не знает. Но он уже нормально варится в этой каше, он должен давно разобраться, по шапке дать. Если не сам, хоть через папу своего по шапке может настучать тем, которые за вшивые справки, которые нам просто сами должны домой таскать, они с нас там все раздирают. Что в поликлиниках, что там, я не знаю, детских садах, школах там, где бы не было. Хватит, хватит это коррупционерное движение. Чтобы садик устроить 40. Не насытится, сытый голодный он не разбеет, мы знаем. Хватит, конца краю не надо. Я что, садики меня все территории продолжают. Школы, садики приватизировал. Школу поступить. Тоже такая история. А садики ворасам 40 миллиард, 30 миллиард, а все вернусь, я что мало. Кланово-куначеские коррупционные хапчапы, хапчапы натуральные. Вот бы хапы не соскочили бы, не соскакивают, дальше кровь пьют, дальше кровь пьют. Больницалар целый, кызым эти, оон эти. Тротуарлары барды. Тротуарда плиталары. Каждом человеке внутри сидит паразит, да? Каждом человеке внутри сидит паразит, да? Он его потихоньку ест, поедает. Он знает, человек умрет, да? Если его сразу поедать начнут внутренние паразиты. А эти паразиты, сразу я тебе говорю, просто съели, можно сказать, все сразу. И никак не понадобится, не подавится, не подавится. Biz şunda şu cuma barda dedik. Bizim Sovyetistan işimizde ortalarında yürütülen ulularımız var. Olay dünya yaktan da bilingen doktor, lavuklar, akademiklerimiz. Şunlar bizim Kadir Ağayımız var. Tanrı'nın. Karşılığı var, istirse daha.
Şular bizim ulularımız, bunlar aylana özler, bolağan kuyunla, Allah yoluna, cemaatına faydalı şekilde, her kim özünü bölgün bunlar. Şu bizim iş, bolgan işimizge biz bargan edik, oturup yolu bulanlarına anlattan ne hal bulan, ne murat bulan çıkan okusun. Şular da bar yerde informasyonu da vermesi verdik biz, şunlar pasledi, zasidan yavuz bolgan edi bizim komisyona. Там было принято несколько предложений. Статус депортированного народа придать нашим селам. Восстановить статус муниципальных образований наших сел. Принять механизмы компенсации земель наших трех сел колхозов. И в конце, поэтому по побережью Каспийского моря создать комиссию и провести полную инвентаризацию. Кто как, за каким правом выделены эти земли. В принципе, мы наглядно на месте, мы все это видим. 195 гектаров федерального имущества, которые забрали у нашего общества, как нефтеносные земли, по закону 131 закону федерального Российской Федерации, должны вернуть нам, да, жителям, Тарки, так как эти земли являются госактом, закреплены на вечное пожизненное пользование за общественностью Тарки. Сегодня под разными формами государственных актов, государственных распоряжений все побережье Каспийского моря распределено. Распределено не по закону, потому что хозяевами этих земель является общественность Тарки. И побережье Каспийского моря от Манаса до острова Чечен до 1947 года была введена Таркинского участка Темирхан Шуринского округа. После распада переселения жителей наших сел, все наши земли трех общин были распределены между высокогорными районами для социально-экономического развития народов. Но в 1957-56 году после реабилитации чеченцев нам пришлось вернуться на свои земли. И государственно обязано было нам восстановить статус наших поселков, отселений и вернуть все наши земли, которые были даны высокогорным аулам, предприятиям города Махачкала и федеральной собственности. Сегодня выход наших людей сюда, это означает все противозаконные действия и защита своих, наших гражданских прав на самоопределение и самоуправление своими землями, которые гарантированы Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, и которые гарантированы федеральными законами. Должны быть гарантированы. Они гарантированы. Но сегодня некоторые руководители укоряют нас, что выход общества на эту территорию, что мы насильно якобы принуждаем руководителей республики принять те законные акты, которые требует наш народ. Это возврат наших исторических и этнических земель и закрепить их за нашим обществом. Но опять-таки, чтобы закрепить, нужно создать муниципальное образование. По законам светского государства, создать муниципальное образование – это в компетенции и в силе только самого общества. Общество само принимает решение, в какой форме и как ему существовать дальше в этой жизни, согласно законам светского государства. В связи с этим мы вышли на эту территорию, Караман, так как здесь мы не поднимаем национального вопроса в Республике Дагестан, у нас диалог с государством. Раз государство обязано вернуть обществу то, что у него забрало, не имеет времени, срок, то, что по закону принадлежит нам, они должны вернуть нам. Но сегодня на этой территории вся эта земля распродана. Распродано с ведома правительства Республики Дагестан.
и с ведома прокуратуры Республики Дагестан, с ведома всего судейского управления Республики Дагестан, с ведома всех силовых структур и органов, которые обязаны были контролировать и не допускать на данных землях ни одного капитального строительства и ни одного самовольного принятия каких-либо законодательных актов. Вот в связи с этим вышли. Поэтому наша просьба была услышана советом старейшин наших. Они решили поддержать нас в защите наших законных, юридических, которые гарантированы государством прав граждан, как общества, на самоуправление. Вот так, как говорится, есть солидарность, поддержка со Советом Старейшин. Они сами тоже выступят, наверное, предложат свои варианты. Yazgan satya göreceğim şu amir bir yazan biz karbolar semender mi satan ve şarlı ozu sattıran arasında. Raskol Dagistan'ı dedi. Raskol Dagistan'ı Kakras'taki Said Amir Rıfet'e. Her buy. Her buy Raskol ötü. Biz de yuva sınav yaşayacağız. Biz de eti. Klanovay sistemi. İdaspor koçu yukuğu ötü. İdaspor. Bundan ayrı. Da, mı ni Raskol şiki. Ana burut stabilizatör demek adamlarımız biz. Dagistan'da da stabilizör işi. Роль играем мы. Мы не за чьё-то разговор, мы именно за своё отстаиваем свои интересы. Не чьё-то интересы, а своё. Мы должны всё правильно понимать. Кто это пишет в газеты. Семендер раздал, вот на эти деньги суды получил, пускай их тоже наказывают. Эти деньги взяли, миллиардные деньги взяли. И пускай не упрекают, что Семендер мы продали. Миллиардные деньги сожрали. Я уже не Barız barıp tura onda. Ayta bizim de. İyi yüreğimizde barız Allah'ım. Niye birize gelmeyin bununla oğlan? Kurum et o 70% de laksıp tam netu katıra. Yani razdar etem. Все фапрадали, разные национальности там. И пускай не говорят этим, их тоже не травят сюда на нас. Очень довольны люди, что мы сюда пришли. Вот здесь наркомания, драка. Очень довольны люди. И наркомания, вот, пускай зайдет сюда. Шприц, полный шприц здесь. Со стороны государства полная изоляция. Никто не может прийти перед народом, встать и сказать, друзья, там, чего хотите, как сделать. Через нас хотят довести до людей то, что мы от имени людей идем разговаривать. Они хотят, чтобы мы с их мыслями, решениями пришли и довести. Ни комиссия не пришел. Пускай сюда народ меня не услышал. Арай, бис сурау вермейер айму. Трещим сөйлемей үчүн. Арай, şu gelen ağaylar bizim ne çıktı? Savaş tarayışlılar Kumuskumu narodu da Pakistan'ı da. Assalamu alaikum gelen konaklar ağaylar da assalamu alaikum. Dört diye ağızdaki ağaylarımız da, münişkalarımız da. Ben atın kanmalıktın targul kullanmam ben. Bir gün bir muradımı bildireyim. Asibellik ne? Ya Maladyoşu. Şuna girip gelen kurallarına mütçe. Biz girgen mi şuna? Assalamu alaikum de. Şu kapıdan şu yak kabağa. Girgen miyiz? Şu boş kalan var ki top, ata toprağımız bizim, o zakonu izahlanan, o izahlanan bizim var adamlarımız, yuristiski, tuda suda. Bolmağamsa biz, ni zakonu bolğamsa biz bununla, biz bununla girip, aklınlağın bizim zazabor sillep taşı yedi. Bir zanı bildirmesi şey, biz gelgen biz bununla, ata toprağımızga. Abjuvat etmeye, yurt kurmağa, uçtu yurtumuz var ki bizim. Targuda, Erbilgent'te, Kahulay'da, üç ağayını yiyin. Girip gelip şundan, Allah bilirse bunun paylaması yükenek şu yorulanı Allah-u Teala biraz yağmurur da yetip başarılmadı. Çanlı ertinlik tutup başlayıp şunda Barzat ilinge Barzat onarılgan. Ha, mutlup etip tarık tiyişli bek müjdat isteyen kurallar var ki. Ocaklar. Şolaka verip şunu da paylap yaşama başlayıp. Şu var karşı çıkma süyen adam var mısa ya da bizim başımız mı tutkanımız deyen kurallar var mısa şunla. Pravitisto doktorgan mı? Gayla kabrur doktorgan kurallar. Там за ширмой, которые играют, хотят, играли, и бирда ойнамасы елер барымса, сіз немек, ағайла, оғына бір қапы бар шында керек келіп, партта керек келіп, шуғылалы қалқын арасына келіп, сөйлесін, бетін көрсетсін бізге, боламысы ойна. Йоқ, онына біреуді, мұнына бір елі,
Bir Allah'ımız da var, bunların özümüzün ulanlarımız da var, halkımız da var. Biz kim mi? Мы сами, кого посчитали нужным, этот народ. Bir adam, iki adam, bir daha bir üç adam, her yurttan bir adam mı? Gelizali, sizge teyişli, bizim bu neyimiz mi? Bari barımızda onunla proşet daha toktamayıp, bizim bu neyimiz mi? Bari şununla da ettikiz. Şununla eşitken zaman da şununla keliyip, ortalıkka salıp, çekip, bana barızat ortalığımızda. Şok oyununa yürütüp duramış. Şükür Allah'a buğun ya. Давай тебе завтра жоқ. Ай, о политический заклар, о законный ялар, о заклар барымса, мына ана. Кирип отдельно отурып. Деп барқаға барзаны аңлатар. Хатите по закону, хатите по шариату, хатите любыми путями. Барза тұрып кетесіз. Шүкір Аллаһқа деп барабыз алға бап. Бізге қарсы шыққан адам барса патапсын шығарамыз. Любойы. Мені бармам. Біздің мұғалларда бар. Барымызда бар бұл. Canımızla pırman etip şununla girgenimiz biz. Biz bundan daha çıkmayı buluruz. O ne yazılgan o sidmoyn punkt var mı o? Вообще, короче, она не рассматривается, не решается. Обсуждение не подлежит. Обсуждение не подлежит. Не решается этот вопрос. Мы сюда зашли, бир инсанга пришел отмейбез. Барып о якта ишлемеге. Там, кто у кого там законный, незаконный. Biz özümüz başçarabızı görürüz boş toprakta. Tuğulmağayla. Gelsin, işlesin, bolsunlar. Birogo bir söz etmeyi bu. Neye geldin, ne ettin diye. Bu yani zakonu mükütem yani sen mi? Toço raspradal, perikuşul, zacırası. Bunlar yani sen mi? Sabah bizge razbirayız. Bizge toprağı ustarı. Bizge olanı kimimize tuttum. Bizge tarak tuttum. Sizin rahmetinizin zaslabıdır. Selamun aleyküm ağaylar. Bolağın kuyum ne? Ben sıralama padire toço ne umeyim. Ya znayu ya. Şu gavarı. Aytığı söyleyiz, boluğuz, etiyiz. Мы за своим пришли. Мы своего чужого нам не надо. И свою хуй кому отдадим. Я знаю точно. Biz şunlar komisyon ile işleyiz ol, kalk çileni komisyon, Mahmut abi, ben, Said, bunlar cahilleşti var, Şamil'le bizim cemaattan girip işte falan, Allah'a razı olsun, Vahit abi de var, bizge kome getirgen, bizge ilgenedik kalk daha. Bizim borçumuzu gelip bildirdik cemaatimize. Halk şundan çıkardı, karar şu cihinle, şundan biz çıkmayacağız diye zaten şundan tutup başlasın bizge topraklarımızı kaytarmaya. Согласно федеральным законам, согласно законам субъектов Российской Федерации, каждому народу должны вернуться и закрепиться их исторические и этнические земли. Сегодня, когда идет административно-территориальное разграничение в Республике Дагестан, за каждым народом, за каждым этносом закрепляются их исторические этнические земли. Горные районы закончились. Там никакого интереса не было ни федеральных органов, ни республиканских органов, и ни тем более других народов. За этими горными районами закрепили все их исторические этнические земли, которые они обосновали документами царской времени. 1800 год Гунюб взял, 1800 год хунзахцы взяли. Каждый этнос, каждый народ закрепил за собой свои земли, исходя из времен царской времени, монархического строя. Мы сегодня тоже народ. Сегодня, когда идет административно-территориальное разграничение, остался только низменные районы. Вот здесь учтены интересы всех народов, учтены интересы субъектов Российской Федерации, учтены интересы Республики Дагестан. По закону земля должна передаться историческим хозяевам без учета интересов какого-либо органа или какого-либо народа, как сделали в горных и предгорных районах. Это те же народы, как и мы, те же люди, те же граждане Российской Федерации, по закону, как положено, за ними закрепили их земли. Сегодня на низменности противоречит через полосица. Когда закрепляли за горными районами, определяли их исторические этнические земли, то автоматически все отгонные земли, которые расположены на равнине, они уже кадастровым номером взяли и закрепили за своими поселениями.
То есть они сделали нарушение федерального закона, где сказано, через полосица не должно быть. И без учета местного коренного народа, который должно дать согласие на закрепление за ними этих земель. Здесь вот такие вот нарушения. Когда уже идет административно-территориальное разграничение равнины, должны были закончить в марте 2012 года. И федеральный 131 закон должен был вступить в полную силу во всех субъектах Российской Федерации. Один из последних, кто остался, это Дагестан сегодня. Один из последних народов, кто сегодня молчит и не требует свое, это кумыки. Все другие народы во всеуслышание сказали, что у них есть земли, что им обязаны закрепить. Государство сделало. Оно гарантирует каждому обществу самоопределение, самоуправление на своих исторических этнических землях. Мы тоже такое же государство. Наш народ, наверное, единственный в Дагестане, который может поднять на мировой уровень свои проблемы. Во всех историях всех государств сказано про Шанхайство Тарковское. А сегодня, когда идет переломный момент, когда идет установление права собственности на земли, во время коммунистов все было государственное. Во время демократии сегодня государство дает право каждому обществу во всеуслышание говорить и защищать свои права на свои исторические и этнические земли. Сегодня мы как общество не имеем права промолчать, потому что статус тарки стерли вообще. Статуса никакого нету, юридического. Тарки сегодня лишили права голоса даже, подмяв его под горы. Тарки лишили всех прав на самоопределение на свои исторические земли. Нас лишили всего. Это просто, если так подумать, геноцид. По-большому, это идет, да, так идет геноцид. 150 лет тебе делают город. Они хотят стереть Шанхайство, но это не получится. Аллах, пока мы гора Таркитау существует, и вот этот история не умирает. А мы потомки этих предков наших. Мы сегодня обязаны во всем случае объединиться, старшие братья, младшие все, и как-то цель выработать этого общества, чтобы они достигали, чтобы не продавали свои земли. Постоянно упрекает нас то, что мы продаем землю. А почему никто не упрекает государство, которое земля без кредита не выдается ни в одном государстве мира? У нас только в Дагестане землю дают, а кредит не дают. Кредит кто-то другой пожирает там, сидит. Человек без денег, без ничего, что он сделает с землей? Он может посадить, да. Но там старались посадить картошку, рис, не получилось. А государство со стороны своей обязательства, оно не видит, оно не упрекает сама себя. А кто позволил эту землю продать? Это же не без ведома руководства республики, правительства, тот же СМНД, тот же Новый Кихулай. Администрация Советского района сейчас нас упрекает, то, что мы не сохранили, то, что мы продали. Извините, народ этот многие не знает, даже сегодня не вооружен своими гражданскими правами. Даже этого хотят у нас забрать. Кто вы такие, говорит-то? Кучка людей. Язылган, барда язылып, барда зат берілген. Кайда олар? Бар, у нас перепись. Надо размножить. Бар халдын колду болмотар. У нас перепись просто идет же с этим государством. С каких времен? У нас сиз озуз. 20 лет тому назад начинали все это отстаивать право народа на самоопределение. Сиз коптевиз. О заман конституция его. Не замана бир салама салага жавап берип болмай, я не знаю. О заман бир конституция его, республики не был принят. Не было законодательных актов Российской Федерации. Куча проблем было с этим заманом, то, что не могли опираться. Любое действие общества как бы беспредельщика у нас принимает. Но сегодня, когда они гарантированы и конституцией, и законами, то мы обязаны защитить свои права. Законные права и интересы. Я нам там два слова скажу. Значит, и совет старейшин, и интеллигенция, конечно, всегда будет рядом со своим народом. Если вот этот джамаат не прав, мы должны сказать, как мы думаем, что надо сделать. Если вы правы, тем более мы должны добиваться вместе совместными усилиями того, что необходимо решить сегодня. Это первое. Второе. Я думаю, что нужно
все же поднять наших депутатов во что бы то ни стало и внести в Народное собрание законопроект, который может отрегулировать данную ситуацию. Ну, вы знаете, там сейчас законопроект по поводу отгонного животноводства, этих земель обсуждается. Но как будет решаться этот вопрос, еще неизвестно. Мне кажется, нужно этот вопрос, вот вопрос Тарки, Кяхулая и Альбуркента, увязать с этим законопроектом. Надо встретиться с депутатским корпусом. Это нужно общим усилием сделать. Еще хочу сказать, что сегодня ситуация ничуть не улучшилась по сравнению с 90-м годом. За эти 20 лет ситуация ухудшается, кризис ухудшается, законы заводят в тупик, мы не можем выйти из кризиса. Я бы не сказал, что, допустим, руководство республики не хочет мира, не хочет благополучия своим народам, но пока эти вопросы решаются совершенно, неэффективно решаются, не решаются эти вопросы. Значит, поэтому нам нужно пойти на диалог, постараться, чтобы нас действительно приняли, выслушали, посоветовали. Нам нужно иметь хорошего юриста, который, Залимхан сам тоже разбирается во всех этих вопросах, он действительно компетентный человек вот во всех этих и исторических, и современных вопросах. Но все равно нужен юрист профессиональный, который сегодня должен сказать, вот в такой-то форме законопроект надо внести в Народное собрание. Если мы завтра, как наш друг сказал, вот начнем здесь делить и строить, конечно, может быть, мы доведены до этого, вы доведены до этого состояния, но мне кажется, это будет не то, что поспешным, это не поспешно, давно все уже, все времена прошли, давно надо было решить эти проблемы. Но все-таки до последнего нам нужно проявить терпение и все ресурсы законного решения вот этой ситуации надо использовать. Я так понимаю ситуацию. Вот. И я думаю, что нам нужно действительно вдумчиво этот вопрос и терпеливо еще. Столько лет терпели, и давайте это займет, я не знаю, недели, месяцы, может быть. Годами терпели, но я говорю, все-таки законопроект мы не вносили никакое народное собрание. Давайте в связи с этим, с этой ситуацией в установленном порядке разработаем с юристами законопроект и внесем народное собрание на рассмотрение. Еще 10 лет через депутатов своих. Bizim ayıbımız, biz bugün mü olan çağız, siz bulan yolutmağın sayalım. Ayrı ayrı yoldaşlarımız geliyen, ayrı ayrı yoldaşlarımız sizin malı akıl etmeyen söyleşken, situasyonu anlayıp, tek biz barımızda bunları cıyılıp, sizin var haklaşmağın var. Bugün mü olan çağız, sizin var yürek birilerini açıp, bir öbürünü anlayıp, bize katlaşmağın sayalım, biz ayıplıyız. O kadar söz yok. Ali eninde sonunda geleceğiniz anı, gelecekte de biz etmek işi zaten onu gerek biz oylaşıp etmeye. Hakıl olan etmeye. Yürekli talpınlığı bulan tuğul, hakıl olan, oy bulan etmeye gerek etmeye zaten. Sizin şunda toktağınız, nişağda dürüst toktağınız. Biz her zaman da yapacakız, sizin yolunuz, tutan yolunuz. Biz ayar ayar şey söyleyen zamanda da, her zamanda da, aytabız, şu yaşlar dürüst etken. Дурус етілмегенімізді, он оғынан башылансын, дурус яңылшы дегелерін үзілейбізді. Нарушен еткен адамлар барып қарасам, сол мені, бірді ағысыны, прокуратура, милицияны, көзімі түртіп көрсетіп олған үйлеріміз бар. Шоңынан башыланған. Сіз
siz özünüz toprağınıza gelgensiz. Onlar gelip sizin toprağınıza, onlar yaray. Onlar zakolluk üyünü. Siz özünüz toprağınıza gelip toktağına siz durus etmeyen bolasınız. Bunda hali yalnız şu az adamları ben biz masaların ahırına yeri çişebiz de baysak biraz çetin bulurum. Ben öyle şahan kuyumda yurtlara barmak artık. Yurtlardan, rayonlardan halkını avazın çıkartmak artık. Hasta ol ağa, adamlar bana. Bilemem barını. Tarıksa, zan etse bardacıları alını bilemem. Kapalını etin. Bilemem. Yurtlarını, yurtlardaki adamlarını şu anda götürmek artık. Yurtlardan vazıvanyaları bulmak artık. Paddeş koy. Sizin yaklayan kuyumda halkla mı yurt? Başka bir yurtlardan, yerlerden var. Mitingleri etip. Cıyılıp, gazet bulan taraf mı, televizyon taraf mı, ne türlü yoluna bağırırsa da, halk, millet sizin yaklayanını şunu bildirmeye taraf. Şolay biz bağrımızda cıyılıp, bağrımızda oylaşıp, bir bulup, toplaşıp, bizim güçümüz bağrını bildirip, bildirmesek biz, bizim yarımızı tutmayacak bunlar. Bunlar hakimleri tutmayacak. Evet. Toplaşmaya tarafız, birleşmeye tarafız. Toprağını paylaş, ölçe paylaş, zeytin paylaş dediğinizde o kadar kararız. Oylaşıp, dişli mi, duvul mu, alga savlu mu, yoksa ne çıktır, o yakına oylaşıp kararız. Tek Ayta Hanım sizge, Aytma Söygenim, biz ulular sizinman her zaman yanına uğruğuza bulacakmış. Tarık bısa geçe sizinman şuna palatkada yapma, Tarık bısa şuna da yatacakmış. Aşağı başka türlü yoluna karıklı olsa sizin bana ortakçılık etmeye. Bir de arpa tartmay, biz her zaman sizin bana bulacağız. Erşivlik tarıklısı da, davulan tarıklısı da, sözünü ben daha ağzımdan çarpmada sürmeyeyim ben o sözünü. O dağlar bize tarıklı, dağ da tarıklı olur bizge, yav da tarıklı olur bizge. Ya. Tek özümüzün, iktidarlarımızın yaklamak.